Черт, это очень круто. Я просто в шоке от охерительности. Это так реалистично. Я прям в игре, блин. Вот это мои руки. Я как, знаете, как Кинг-Конг. Я Кинг-Конг. Я в игрушке ФНАФ. Здорово, так ладно. Что здесь можно же? И всем море приветов, друзья, и гости моего канала Нептун здесь, и сегодня будет очень важный день. Вот эти очки я держу в руках, они такие все, ну, милые, такие приятно сидят в руке, так приятно их гладить. И все это, друзья, опять же благодаря вам. Я не поленюсь лишний раз сказать вам спасибо, потому что именно вы, мои дорогие зрители, чуть меньше, вот примерно год там, ну чуть меньше года назад, на донатах мы собрали на этот шлем. И теперь мы будем играть во FNAF 8 VR только благодаря вам. Спасибо вам большое. И еще один очень важный момент, который я хотел бы озвучить. Это звук. В отличие от большинства других FNAF-пародий, которые я проходил, все-таки FNAF 8 VR это, ну, VR-игра. То есть, тут нужно мотать головой, как бы ходить по комнате и так далее. А микрофон у меня зафиксирован в одном положении в комнате, поэтому не удивляйтесь, если вдруг где-то я буду звучать по-другому, где-то тише, где-то громче. Ну, по-другому никак не могу я снять. Я бы мог использовать микрофон, встроенный в шлем виртуальной реальности, но он такой паршивый и говенный там звук, поэтому будет вот как-то так. Надеюсь, что вы к этому отнесетесь с пониманием. Итак, погнали играть. Та-дам! Я родился в этой игре. Так. Ладно, надеюсь, меня хорошо слышно. Тянуть триггер можно. Так. Я весь в предвкушении, друзья. Потому что, знаете что? Мало того, что это новые очки у меня, да? Я вообще никогда не играл в игры виртуальной реальности. Это для меня в новинку. Я буду просто здесь вот восхищаться тому, что происходит. Я в шоке. Блин! Я как будто здесь, как будто в игре. Вот мои руки. Так, окей, я нажал. Тянет триггер, давай потянем. Вау. Вау. Хрена себе, новая игра, настройки, благодарность, выйти. О, Фредди! Ты как настоящий Фредди! А, тебя можно потрогать? Фак, фак, фак. Во, вот так, вот так, вот так. Черт, охренеть. Вы только посмотрите на это, Чика, Фредди, Бонни, они как настоящие. Что? Да ладно. Они на меня смотрят. Фак. Охренеть, они как будто за мной наблюдают. Почему как будто так и есть? Я как будто в игре. Черт, я в шоке, я, знаете, я как будто... Офигеть. Это какая-то пиццерия, да? Это пиццерия, друзья. Я внутри пиццерии Фазбера. Охренеть. Я чувствую, что меня телепортировали прямо в игру. Вот мои руки. А, жалко, что ног нету. Ну, ноги-то, наверное, прикольно было бы с ногами побегать. Так. Звуки такие, знаете, неприятные, как будто кто-то ко мне подходит. А чё, так можно было? Там Фокси! Ко мне идет, нахер, нахер! Как выйти отсюда? Выходите! Выйти из игры! Он за мной наблюдает! Подожди, он может меня убить! Он меня может убить! Так, Фокси, не подходи! Не подходи! У меня, блин, типа это... Я знаю карате. Давай, 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 подходи. А? А? Черт, по-моему, на него не работают мои уловки, мои блеф. Это так круто, а он реально... А он меня может убить? Фокси. Хороший, хороший Фокси. Хороший. Черт, пацаны, успокойте своего друга. Сделайте так, чтобы он меня не убивал, хорошо? Я все сделаю, так. А, окей. Так. Все нормально, да? Я просто проверил, где мой микрофон.
У меня где-то плюха здесь бегает, где-то на полу, поэтому не обращайте внимания. Вот это меня дико напрягает. Короче, погнали. Ну, игра. Давайте играть. Фазбир Entertainment. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Fazbear Entertainment is Покатаемся. Типа, брофист. Давайте, бро, кулак. Кулак об кулак. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades. And while it's true that some stories associated with our name are based on actual events, вроде бы, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete Закрыты. Lawsuit. Бывает. But we aren't above laughing at Привет! Это же That's Скотт Коутон, да? Recreated many of these completely Фантайм Фредди, Визард Бонни и Фокси, плюс Трафик. Привет! Я всех узнаю. Пять ночей с Фредди. Пять ночей с Фредди VR. Help Wanted. Мультибошечки. Мультибошечки! Я хочу в это поиграть! Так, окей, я куда-то приехал. Чё такое? Do, however, ask that you agree to a simple Добро пожаловать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Всё. Е-бой! Сейчас будем играть. Фух. Хватит уже балаболить. Дайте мне, пустите меня в игру. Я хочу узнать, что от меня ждут. Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. By completing these scenarios, more will become available. You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a while and have a good time. And круто. Remember, despite the temporary Это horror просто круто. This is a completely controlled environment and you aren't in any real danger. Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Друзья, это просто охеренно. Я в шоке, я даже как будто пыльку... Пыль какая-то летает, пыль летает. Все настолько реалистично. Я здесь, я внутри. Мне кажется, что я как будто, знаете, вот реально... Я попал в игру по-настоящему. Видите, это мои руки. А это не просто камера. Это не просто камера, которой там мышкой вожу и так далее. Я вожу головой. Это все я вижу. Это просто круто. Так, ну эта серия будет, знаете, она такая ознакомительная, то есть я буду знакомиться с этой игрой, смотреть, какие здесь есть разные менюшки, разные режимы и так далее. Насколько я знаю, что FNAF VR это типа разные части FNAF, только в режиме VR, да? Ну только давайте посмотрим, давайте вот, все, пора что-то нажимать, давайте будем нажимать. FNAF 1. И, то есть, это я могу играть во FNAF 1 только в формате VR. Ночь 1, 2, 3, 4, наверное, да? Ну-ка, давайте. Так, FNAF 2. Да, вон той аниматроники, то есть, действительно, это вторая часть FNAF только в формате VR. Потом будет, наверное, третья. Да, третья вот часть. Темные комнаты. А FNAF 4 где? Ну ладно, окей, плюс трап, это помню. Эта вот игра была во FNAF 4. А что еще есть? Запчасти ремонт. Да, я знаю, что есть такой режим, то есть можно ремонтировать аниматроников в этом режиме. Вентиляция. Всего лишь два уровня. И там мангл. Я знаю, что она обожает вентиляционные шахты. Она там ползает. Я уже во многих FNAF-пародиях умирал, потому что мангл меня ловила. Это печально. Это очень печально. Так, подожди, я еще раз проверю, где мой микрофон. Вроде бы все нормально. И ночные ужасы. Охренеть. Я вижу Фантайм Фредди, да, он там подкарауливает меня. Фак, Фредик. Черт, это очень круто. Я просто в шоке от охерительности. Это так реалистично. Я прям в игре, блин. Вот это мои руки. Я как, знаете, как Кинг-Конг. Я Кинг-Конг! Я в игрушке FNAF! Здорово, так, ладно. Что здесь можно нажать? Какой-то рычаг есть. Смотрите, я могу двигать рычаг, охренеть.
призы, время шоу, название, какие-то монетки. 0 из 30. У меня такое ощущение, друзья, вот реально, ощущение такое, что как будто сейчас кто-то придет. Какой-нибудь аниматроник, там какой-нибудь Фокси. Такое может быть? Как будто здесь везде вокруг меня опасность. Я не знаю почему, мне кажется, как будто за мной наблюдают. Ладно, окей. Так, что? Давайте посмотрим призы. Давайте посмотрим, что... Воу! Я прям так подошел близко к столу. Значит... Конфетки. О, плюшевый Фреддик! Плюшевый Фреддик. Фокси. Звездочка, телевизор. О, Чика. Привет, Чика. Так. А это что? Оу! Я нашел какую-то монетку. Так. Что за меню? А, это выйти обратно в меню, правильно? Ну-ка, давайте обратно в призы. Сейчас будем более подробно поизучаем все это дело. Черт, можно так офигеть. Можно заглядывать в разные вещи. Черт, мусор нельзя вытащить. Окей. Так, в мишку мы не пойдем. О, давайте посмотрим. Смотрите, здесь есть какие-то сладости. Какие-то шарики. Мячики. Фазбир, шоколадки хочу. Хочу шоколадки. О! Там что-то было. Я что-то нашел. Какую-то кассету, походу, делал, да? Фак, это прикольно. А это что такое? Особое условие. Мячик. Я сделал баскетбольный мячик. Офигеть. Смотрите, я вот держу в руках мячик, я им управляю, я могу его, ну, типа, трогать. Круто. Ну-ка, подождите. Это круто. Мяч нужно, видимо, бросить в корзину, правильно? Та-дам! Па-ра-па-па-пам! Во! Я вижу, вон там что-то... Вот видите? Вот там что-то лежит. Магазин игрушек. Но я вижу, что там вон какой-то предмет. Как мне туда попасть? Я не могу. Он далеко. А, смотрите, я могу разблокировать, видимо, предметы за найденные монеты. У меня только одна монетка. Мне доступен только мячик. Так, вон еда, игрушка, болванчик, особые условия, фигурка. Короче, много чего можно приобретать за это дело. Покатился мячик. Блин, здорово. Я так понимаю, что эти монетки, это они везде рандомно разбросаны, да? Блин. Хочу игрушечку. Хочу игрушечку. О, видали? Я что-то нашел опять. Что такое? Что, где? А как посмотреть, что я нахожу? Что-то я не въезжаю, подожди, а где? Просто, понимаете, я мог вот туда вот пройти. Куда-нибудь. Но я боюсь, что я... Я боюсь, что я на плюху наступлю или там, типа, собью что-нибудь. Я, на самом деле, снимаю не посередине комнаты просторной, я снимаю в маленьком своем таком компьютерном уголке. И я ни хрена не вижу. Я сейчас комп свой снесу нафиг, или запнусь об стул какой-нибудь. Такое может произойти, поэтому я боюсь. А! Слышите, да?
Это типа мой стол. Вот он уже здесь начинается, поэтому я боюсь. Не хочу в него влететь. Так, ладно, давайте в меню. Все-таки, наверное, все изголодались по геймплею. Давайте делать геймплей. Так. Я предлагаю проходить по порядку. Начнем мы, наверное, с первой части FNAF. То есть первая ночь, FNAF 1. Вот. Монетка у меня есть одна. Из 30. Где-то, возможно, еще я могу находить еще монетки. Возможно, их нужно просто искать. Проявлять внимательность. Знаете, как Спанч Боб говорил? Воображение. Воображение. Так вот, надо проявлять внимательность. Блин, я думал, что можно взять его. Блин, это очень круто. Так, ладно. А что такое название? Давайте проверим, что такое название. О, а я понял. Я понял, это типа опять поехать на... на этом аттракционе. Но я уже здесь ездил. Блин. Я как будто еду по-настоящему, понимаете? Настолько это все реалистично. Короче, сила монтажа, приди мне на помощь, приди мне на помощь, сила монтажа, давай. Ух, а это что? Ой, я там что-то это... что-то задел. Подожди, вроде бы та же пиццерия, только она преобразилась. Черт, погодите. Стало лучше освещено, кстати говоря. Шарики стали какие-то неоновые, светящиеся. И в призы тоже можно выйти, да, в этом режиме, да? Так. Ну, по идее, здесь все то же самое, да? Вон кассета, как же ее взять? Короче, выходим в меню и давайте играть. Только я верну, пожалуй, нормальное состояние, потому что какое-то оно жуткое. Так, окей. Давайте, FNAF 1, ночь первая. Боже, я боюсь. Что? 5 ночей с Фредди, нажмите на кнопки, тянут триггер. Давайте. Давайте. Давайте это сделаем. Окей. Сейчас будем играть. Пара-пара-пара-пам-пара-парам. Вау! Охренеть! Охренеть! FNAF 1, смотрите, я прям в офисе нахожусь. Hello, hello. О, можно взять телефон, да? Алло. Блин, здорово сделано. Смотрите, я телефон подношу, допустим, к левому уху. И лучше слышно в левом ухе. А теперь в правом. Офигительно, офигительно. Я типа его сбросил, да? Так. Шкафчики. Ящик. Так, зашибись. О! Я нашел еще кассету! Я нашел ее! Так, подождите. Офигеть! Что за бумажка? Она просто колышется на ветру. Офигеть, друзья! Так. Но это первая ночь. Я понимаю, что они еще не такие... ну, аниматроники не такие активные. Вот там время. Час ночи. Я могу... Я могу бумажку брать. Боже, 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 боже. Боже, 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 боже. Я могу брать бумажку, понимаете? Она как живая, как настоящая. Боже, боже. Я, знаете, я похож... Вот, знаете, как будто...
видишь вживую какого-нибудь актера популярного, такой: «О боже мой!» Вот так вот. Я сейчас как какая-то наивная девчонка, которая просто радуется при виде любимого мальчика или актера. Я радуюсь при виде FNAF VR. Это офигительно! Это круто! Херам! Я, короче, выкинул бумажку. Я могу это сделать. Йоу. Так, а чё? О, кексик можно взять! Понимаете, кексик можно взять. Будешь у меня стоять вот здесь. Никуда не уходи. Ты мой хороший, добрый кексик. Хороший, хороший кексик. Стой здесь. Нет, подожди. Ай, упал, упал. Черт, он упал. Это что, сейчас бой не прошел? А что, так можно было? Воу-в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 оу! Твою мать! Стой там! Не смей подходить! Не смей! Я обосрался! Фак, это круто! Это настолько круто! Так, окей. Надеюсь, он ушел. Черт, надеюсь, он ушел. Так. Ой, я что-то включил. А, я включил эту камеру. Так, окей. Бонни ушел. О, монетка, друзья. На месте кексика было. Там какая-то пицца лежит. Так. У меня такое подозрение, что где-то... О, вон, 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 Чика пошла! Чё, надо привыкать. Чика стоит вот здесь, буквально вот она. За стенкой, да? Понятно. Чёрт, я боюсь. Я просто боюсь. Давайте переключаем камеры. Бон, Бонни, Бонни прошел, Бонни прошел. Вау! Тихо, тихо, без паники, без паники. Понимаете, вот, вот примерно... Вот примерно так я был бы охранником в реальной жизни. Не совсем храбрый, да? Круто, блин. Чика уже буквально за дверью стоит. А... О, Бонни, 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 тихо, 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 дружище. Вон там... Друзья, там в столе что-то есть, да? Вот. Да ладно, можно стол вытаскивать, охренеть. 5 утра, между прочим. Бумажка. Чёрт, тут стол, стол в реальной жизни мешает. Ах, я не успел взять. Там стол мешал. Я не могу руку просунуть. Места мало. Я прошел ночь. Я прошел первую ночь. Что это такое? Победа? Приз взять. Я в какой-то маленькой комнатке, и здесь мне предлагают взять приз. Но это все очень подозрительно, потому что есть ручка. Можно вращать. Можно вращать. Так, тихо. Пыль! Пыль, как настоящая! Смотрите, пыль! А-а-а! Пылька, 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 пылька! Офигеть, офигеть, офигеть! А, боже, 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 боже! Все, я когда эту серию сниму, друзья, я пойду, короче, и не знаю. Валерьянки хлопну, потому что все слишком впечатляюще. Все очень круто. Давайте. Я так понимаю, что это нужно вращать, правильно? Надеюсь, меня никто не испугает. Что? Экзотик. Кто, 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 кто? Беверейдж? Состав есть?
Блин, не видно. Экзотик Буварейч. А что такое Буварейч? Вафля какая-то? Я помню, что есть Экзотик Баттерс. Помните, да? Экзотик Баттерс. Incredible. Хорошо. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Все, улетело. Идем обратно. Фу, это было мощно. Я так немножко испугался. Фак. Надо бы как-то монетку бы взять. О, можно управлять. Видите, я могу сделать вот так. А это кто? Привет. А ты кто? Какого хрена? Это кто вообще такой? Привет. Привет. А какого это хрена? Подожди. Блин, а, во, рубильник. Черт, мне это напрягает. Это что за заяц такой, а? Эй, ты кто? Как тебя зовут? Ты кто? Какого хрена ты сюда приперся, а? Кто ты такой, друзья? Пишите в комменты, потому что я не знаю. Это не Бонни, очевидно, это не похож на Бонни. Этого зайца я вообще не знаю. Подождите. Я хочу просто вернуться на первую ночь. Я хочу, друзья... Монетку взять. Монетка. Вот здесь, вон, я ее даже вижу, вон, видите? В дырке. Блин, это так круто, так все настоящее, вон, можно брать всякие баночки. Кексики. Офигеть, это очень круто. Я толком даже не переключал камеры. Вот они все аниматроники здесь, на сцене. О, Энде. Помните Энде 01? А Фокси где? Ну, Фокси на первой ночи не активен, поэтому... Так, кладовка. Коридоры. Блин, очень здорово. Очень реалистично. Ну ладно, мне главное... Монетку взять. Так, подожди. О, можно развернуть камеру. Е-е-е, получилось! То есть, смотрите, друзья, можно здесь вращать камеру. Вот стиком. Вот на этой руке у меня есть стик, который вращает камеру. Можно, видите, стартовую точку делать. Удобнее для себя. Можно сделать вот так. Но мне удобнее чуть повыше. Вот так сделать. Так, по-моему, удобнее, да? Приближенное к реальности. Все видно. Ну, вот как-то так. И давайте... Вот сейчас сделаем самое офигительное. Словим хотя бы один скример. Вот скример хочу... Хочу познать, каково это в реальности его ощутить на себе. Вот прям вау. Давайте. Так, подожди. Ну-ка, могу ли я как-то... Блин, офигительно, здесь я могу заглядывать вон туда, за двери. Воу-в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 оу
Привет, Бонни.
как дела? Давай дружить. Привет. Привет. Я хочу вот пусть он подойдет ко мне, пусть он меня испугает. Еще и Чика пришла. О, боже мой, вот это, и вот это я прорался. О, вот примерно, наверное, так это испытывают в реальности люди, да, которые находятся в этой пиццерии и там охранником работают. Такой ор. Кексик, помоги мне, вот, будешь стоять здесь, все, твоя участь стоять здесь. Меню, погнали. Итак, мы прошли, друзья, первую ночь в FNAF 1, мы разобрались с геймплеем. То есть, посмотрели все вокруг. О! Этот кролик пропал! Окей, кролик пропал. Так, подожди, у меня вот 3 монетки есть. Я нашел 3 монетки. Ну, за 3 монетки я ничего не куплю, потому что там, по-моему, минимальная цена за призы 5 монет. Мне нужно еще 2, чтобы что-то купить. Такие дела. Ну все, ладно, друзья, на первой серии, думаю, хватит. Это было такое обзорное знакомство с FNAF VR. Обзорная серия, надеюсь, вам понравилась. Фак, это было очень мощно, мне очень круто зашло. Так что ждите продолжения непременно. Вступайте в мою группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Зовите друзей на канал и непременно, друзья, непременно. Подписывайтесь на Facebook, в Одноклассники, в Twitter и в Instagram. Мне нужна ваша поддержка. Желаю всем здоровья и позитивчика. Всем пока-пока.